В Сочи, возможно, будут летать чартеры, а екатеринбуржцы вновь начнут ездить туда по путевкам от предприятий. Такие возможности городские власти сейчас обсуждают с делегатами из Южного курорта. Его мэр и представители туристического бизнеса приехали на Урал, чтобы презентовать новый Сочи, который после Олимпиады изменился до неузнаваемости. Очень хорошая инфраструктура, великолепная логистика. Могу добавить, что кроме того, что сегодня у нас столько дорог построено, транспортных развязок и нет пробок, кроме этого еще существует железнодорожный транспорт. Наша «Ласточка», да, является городским транспортом. С декабря месяца начинается у нас уже зимний курорт. И в это время мы приглашаем 30 тысяч ежедневно наших туристов на горно-климатические курорты. По мнению властей Екатеринбурга, сочинский опыт проведения зимней Олимпиады и этапа «Формулы-1» для уральской столицы бесценен. Ведь через 4 года у нас тоже пройдет событие мирового уровня – «Мундиаль». Все его объекты должны быть универсальными, чтобы ими можно было, как и в Сочи, пользоваться после чемпионата. Но город-курорт сейчас живет не только спортом. По словам главы, власти развивают его прежде всего как круглогодичную здравницу, куда, возможно, будут массово отправляться трудящихся с Урала. Главное – решить вопрос со стоимостью перелета. Снизить цены помогут чартерные рейсы. Переговоры с авиакомпаниями уже ведутся.